когда мы, в общем-то, в физическом состоянии выступали. Понятно было и к этому, мы были, с одной стороны, готовы, потому что Торпеда имела другую подготовительную, в общем, программу и возможности. Они раньше начали заниматься, у них был костяк команды и точечно усиливались. Поэтому они на этот период выглядели и лучше подготовлены физически, прежде всего, в чем мы уступали, не успевая реализовать те какие-то свои взаимодействия, которые, надеюсь, у нас будут получаться. Вот это первое, в чем уступили, но ребята не уступили ни в желании, ни в самоотдаче. Вот это тоже у меня очевидное впечатление. Вопросы? Есть какая-то информация, что с Мазуровым уже серьезное повреждение? Да, по горячим всегда, вы знаете, бывает сложно определить. Это выясняется завтра, может быть, чуть попозже. Сейчас и доктор затруднится ответить. Может быть, понадобится какое-то обследование, посмотрим. Пухов в раздевалке, наверное, выглядел таким разочарованным. Все-таки нереализованные моменты для молодого футболиста. Ну, тяжело, конечно, парень, для него это первый матч в НРЛ. И, конечно, он весь переволновался. Вот, если он по оборонительным своим действиям, в общем-то, в целом задачу выполнил, которую я перед ним поставил, мы внесли кое-какие коррективы, потому что ребята неправильно оборонительное перестроение в первом тайме делали, то когда к нему мяч приходил, он, конечно, распоряжался им далеко не лучшим образом. Но это молодой человек, еще парень, эти волнения, первые опыты такие, но в нем потенциал я вижу очень. Еще вопросы, Сергей Григорьевич. Ихальчева еще не успели заявить? Не успели еще. И тренерский штаб уже окончательно сформирован? Нет, еще не окончательно.